Дети должны как бы вылетать из гнезда и начинать свою самостоятельную жизнь. И нельзя родителям тоже жить только их жизнью, иначе вообще ты пропустишь свою просто жизнь. Мама умудряется успевать все. И здесь, и там у нее огромное количество сил, энергии. Меня воспитывала моя бабушка. Во дворе у нас было много девочек, тем не менее, она все время почему-то играла с мальчишками. Чего только не было в моем детстве. Я была разгильдяйка, абсолютно несобранная, абсолютно не думающая о том, куда я иду, что я делаю. Ну, поступила в театральный, и, слава богу, и расслабилась, да, и стала дальше жить по течению. А когда появилась Соня, я поняла, что я за кого-то отвечаю, что вообще жизнь имеет смысл. И постоянно: «Моя пусечка, моя сюсечка». Я такая: «Мама, не трогай меня». Господи, Полина, говорю, как мне тебя жалко. Сколько тебе еще придется в жизни пережить? Мама же, она родила меня 20 лет, мне сейчас 18. Как я шучила, у меня еще 2 года фора есть. Правдивые истории взаимоотношений между самыми близкими людьми. Мать и дочь. По четвергам в 17:30 на телеканале «Апрель Медиа».